И помню какие-то вещи, которые остались. Записаны как видео на телефон. Или там какие-то видео, которые он делал. Нет какого-то общего собирательного образа есть. Разные такие люди. А один человек с длинными волосами, другой человек, как сейчас, с короткими. Ну да, как будто очень много разных людей. И я с ними совсем разговариваю. И с одним мне нравится разговаривать, с другим не нравится, скажем. Самый яркий, наверное, человек, это ты, когда что-то объясняешь, и тебе кажется, что я не понимаю. И когда тебе кажется, что я не понимаю, ты начинаешь приближаться, как будто хочешь влезть в мозг. И смотришь так, как будто хочешь напрямую прям передать свою мысль без использования языка, потому что язык недостаточно совершенное средство, чтобы принести то, что ты хочешь сказать. Но если я не понимаю, то еще начинаю действовать и так еще объясняешь жестами и вот трибуны, и лицо, и глаза, и пальцы рук. И как это все стремится раскрыть у меня всякую коробку и вложить туда что-нибудь. Помню, как у тебя загораются глаза, когда ты говоришь о чем-то, что тебе действительно интересно. Прям меняется. Ну, были обычные глаза, стали такие огромные и блестящие. И в них прямо нарисовано то, что тебе нравится. Ну, прям можно увидеть сфотографию. Она тут становится похожа на маму, мне кажется. И тогда у тебя все меняется. Ну, как бы ты перестаешь собой, становишься кем-то еще. И этот кто-то еще, он очень жестокий и хочет ударить. Это становится очень страшно. Но не часто, да. Чаще это такая плавная, как резиновый мячик. Ну да, резиновый мячик, который подпрыгивает к тебе, какой-то резиновый мячик на корте. Такой бум-бум-бум. Давай играть. И с тобой очень хочется играть. Ты вообще заражаешь своим отношением к жизни даже.